сейчас мы активно боремся с сорняком, опрыскиваем специальными гербицидами и работаем с культивацией чеснока. Опрыскиваем мы и днем, и вечером. Специальные гербициды есть дневные, контактные, чтобы можно было прижечь хорошо сорняк. У чеснока есть восковой налет, поэтому ему контактные гербициды, если правильно применять в определенное время дня, не страшны. Вот. Также работаем вечером системными гербицидами, почвенными, как Стомп, Мандур и так далее. Вот. Также через опрыскиватель мы вносим удобрения, аминокислоты. То есть мы работали с аминокислотами после заморозка. Отлично все сработало, чеснок весь восстановился и хорошо пошел в рост дальше. Чеснок пожелтел, крайние листья. По одному листу, по два мы потеряли, но после заморозков чеснок весь восстановился, весь зеленый. Стебель хороший, здоровый. То есть идет в рост, все хорошо. То есть мы аминокислотами подкормили его, убрали стресс, дали ему рост. Сейчас он хорошо растет. И все заморозки мы прошли отлично. Никаких потерь нет после заморозков.